Алло, ребят, привет. Через 1,5 минуты сейчас подойду. О, все, я здесь. Ребят, я здесь. Все здесь. Здорово. Я полон энергии. А-а-а, фиточай. Как он колбасит меня, ребят. Если в аптеке будете, вот там травы продают, где разные. Хотя, может, у вас не продают, это особенная аптека. В 4:20 открывается. Короче, фиточай, пацаны, он такой, он его невозможно описать, его фактура, его действия. Значит, какой план? Мы сегодня стримим часическое в до 8 максимум, потом я сваливаю, и может быть потом ночью продолжим, но это скорее всего нет. Но этого точно никто не знает, если даже Господь и существует, то сам он точно не знает. И спросить у меня некого, соответственно, спроса нет. Я не отключен на микрофон, меня нормально слышно, правильно? Все нормально слышно меня? Здорово, здорово. Фейрин Даланти Хиру, здорово. Все нормально. Пират-космонавт. Супер пират-космонавт. Я вообще рад, что ты по-русски этот ник не написал. Если кто не помнит, скорее всего, вы не помните, потому что ночью была другая смена людей, тех, кто живет на востоке, дальше там за Сибирью или чуть-чуть, ну, короче, подальше от Европки. То мы закончили на том, что наши глюки закончились на секунду, и мы проснулись в психушке, где доктор сказал, что нас все глубже и глубже утягивает в пучину без сознания и безумия. Наша жена уже давно умерла, я очень тяжело переживаю ее конфликт, поэтому в своем сознании я создал странный мир из своих собственных произведений, где воюет свет и тьма, и тьма поглотила мою жену и держит ее в плену, я должен победить тьму и так далее. Этим мы типа занимались. Я сказал, что я ему не поверил, и чат тоже сказал, что он ему не поверил, потому что чат ведомый, и я руководитель чата. Вот, и потом мы снова погрузились опять, типа, в пучину тьмы, начались глюки, мы сбежали из этого дома. Там летала мебель, надо было ее сжечь, я сжег мебель фонариком, потом сжег людей. А дальше я забыл, где мы там остановились, я дошел до ворот каких-то и пошел спать. Не жалеешь? Нет, конечно, что жалеть-то? Вообще ни разу не жалею ни о чем. Я рад, что я его удалил даже. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jesus, good to hear you. Да нет же, да я смешняшки особо не добавляю на самом деле. Хотя не, раз в месяц может что-нибудь смешное, но... Но я так там лайкаю все подряд, чем мне нравится. Сексия, здорово. Мы часов... Мы уже больше половины прошли, кстати.
Тут 6 эпизодов, как я понял. И это... Мы же, по-моему, 4-й, да, это начали? Больше... Ну, 3-й, по-моему, точно не начали. Нет, 3-й мы закончили, скорее всего. И это уже 4-й. Здорово, Костик. Кайф. Нам сказали опять бежать. Эл какой-то возбужденный, как и любой агент, наверное, на кокаине. А, Барри, точнее, не Эл, Эл это я, Алан, типа. Надо, чтобы вы понимали. И опять без пушек, да? Йоу, Финли. Ватник с нами. О, ватник с нами до самого конца, если чё. Охренеть, как его вернулся. Где мой фонарик вообще? Ну, мы вчера ночью искали скриншоты, кто-то искал. Егор, по-моему, искал скриншоты. Концовки. Был ли на мне ватник? И, оказывается, ватник никуда не делся. То есть там даже в конце игры... Мы с ватником. Я к нему даже уже на самом деле привык, это ватник. И скейтбордовские наклейки, чтобы колени не поранить. Блин, я не вижу ни хрена вообще. Окей. Так, а генератор где? А, да, ты искал скриншоты, да, да. Ну, сорян. Ну, ты вроде... Может, тебя Егор зовут тоже. Блин, я не знаю, какие мы не читали. Честно говоря, меня уже задолбало читать. Они перестают быть интересными. А, хотя стойте. Вот здесь про Барри, которого в эфире встретим. Так, Барри ГГ. Барри, короче, в таверне, скорее всего, будет, когда мы доберемся до него. Блять. О, сократил. Сейчас, секунду, на сообщение быстро отвечу. Бабушке сказал, что я стримлю и не смогу к ней сейчас приехать. Как, где генератор-то? Моя магическая нога должна тут... Ага, нихера нету. Завести генератор. Блять, а что ж ты будешь делать-то, господи? Я просто моргнул, я всегда моргаю в такие моменты. Надолго. Да-да-да, вот я пытаюсь найти генератор для своей гидравлической ноги. А, вот он, вол, я до него просто не дошел. Шорткат для спидранеров. Этот еще неплохо, знаете ли, раздуплился, как врагов побеждать. Мы, по-моему, вайпались только на больших паках. И то раза два максимум. Мне кажется, сейчас, когда до викингов дойдем, про которые мне там все кто-то говорил, и я поспорил с ним на 50 рублей, но потом вдруг исчез. По-моему, Вика его забанила, слава богу. Скорее всего, я бы не прошел их с первого раза.
Так, ну здесь бежать просто. Вот и ПТУшнички, про которых мы говорили с вами. Блять. Я немного разучился, по-моему. Вот сейчас я немного начинаю напрягаться, знаете. Ночью как-то было попроще играть, но гребаное количество топоров, которые в меня летит, это просто... И у меня сраный фонарь, и больше ничего. То есть я просто фонарем бегу. Окей. Nice plan. Генератор, нахрен я... Генератор отключался, он бесполезный. Что меня интересует, так это... Откуда у них столько инструментов? Почему они бесконечно ими кидаются? Ну, кинул один раз, ну окей. Просто, блядь, ад. Они постоянно достают их откуда-то из таких же, блядь, бушлаков своих. Смотрите, сколько у меня летит. Просто посмотрите на это количество говна. Вы чё, вообще долбанулись, что ли? Сосать. Эти мамкины зубочистки, какие-то ножницы. Car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, да, они не могут быть бесконечными, это нелогично. Эта игра основана на реализме. Даже люди в черном и ПТУшники, у них должен быть ограниченный инвентарь. О, мощный фонарик. Литиевые батарейки. Кофеечек, который я, кстати, собираюсь бахнуть через часок. Потому что фиточай, или как он там называется, фоточай. Фоточай, кстати. Неплохо, надо записать, где мой тут блокнотик со стартапами, который я никогда не реализую. Фотографии чая. Это Барри ехал там на тачке? Че он сказал, я пропустил? Так, батарейки тратить не будем. Так, подождем. Вау. Вот свет, который с нами говорил в самом начале. Окей. Темная сущность. Мне нельзя дописывать... А, черт. Это нельзя подбирать, так. Это я своей ступней хаваю. Потом не могу нормально находиться на двигающихся поверхностях. Я помню, в школе ни одного изложения или сочинения до конца сам не написал. Я писал только часть сам, и все остальное я слизывал. Я писал... Да каким образом, блядь? Нога настолько раскачана, что он не может не попасть сюда. Да он не успеет, я добегу до этого. А, тут свет кончился. Вот дробовичок. Ну да, можно типа на объекты сфокусироваться, фонарик усилить, но тогда батарейки тратятся. И они там довольно долго перезаряжаются. Им прежде доводилось сражаться с этими тенями. Так, Тор и Один ничего не боялись. Зачем мне с ними сражаться тогда, если они как бы... Ну...
почти на моей стороне. Я не хочу вообще их убивать. The taken our field. Тра-ля-ля, там сложный advanced English. Фонариком можно и так светить. Слабым огнем, и они расплавляются просто медленней. Мы ж никуда не спешим. Я и так обгоняю спидран свой уже часа на два. Все с одной-двух попыток максимум проходим. Тут главное... Ага. Сейчас даблкиллы сделаю. Кстати, ачивку, по-моему, дали за даблкилл в самом начале. Одним выстрелом. Ах вы, пидоры. Я, пожалуй, просто до чекпоинта добегу. Мне кажется, это будет разумным. Так. I could see the car, yes. But there was no sight of the driver. Барри? Барри, is that you? Hello? Anybody here? А, тут никто. Опа, вот он. Барри! Мой агент только что стал... Дэнни? О, Барри. Барри больше не мужчина. Агент транссексуал, так. Тынч! Надо было ногой. Чё ты пожалел, походу, на ногу? Барри! Прошлогодний... А, нет, это не Барри. Почему звук слева разносится? Говорит он, но звук разносится вот с того угла. Так, ты пока говори, я у тебя тут... Патрончики. Да. Like a real bad follow-up to a real good movie. Дэнни, это кто, собака или сын его? Я прослышал. Что-то с Дэнни не так. Но Дэнни вообще родился не в том городе, чтобы с ним все было нормально. Я здесь ни одного молодого не видел, кроме Роуз. И Роуз, ну, особенная девочка, по-моему, такая тоже. Если она в трейлер-парке живет. Следовать дом. I've run through every possible course in my head. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her and me and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me. Я это исправлю. Йоу. Let me guess. Danny, huh? Danny. Это его сын? Помогать мне будет Зейн. Кто такой Зейн? Писатель типа меня? Это писатель внутри моей книжки. Oops. Ну, это нам не надо было тут, по поту.
А что если сюда на секундочку зайти? Там вот стрелочка была, показана была. Может быть, и тачку можно поменять. Ну я так, чисто на чуть-чуть. Отлично. Мы потом вот это возьмем. Батарейки. Что, на какой ехать? На этой? На Форде или на Форде? Это более милитари стайл для нас подходит, по-моему. Может, все-таки писатели. Вообще, это уже не так, по-моему. Это вазик вообще какой-то. Ментовской бобик. Вот она наша. Вот. Ой, я сейчас туда еще зайду. Там по-любому что-то есть. Мне кажется, я здесь уже был в этом, в башне этой, там, где пицца Маргарита такая же сидит. О, охотничья пойдет. Но помощнее. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The sheriff's department still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde, blue eyes. Well. Ну, эти легкие. Жалко, они за них ничего не дают, там экспу какой-нибудь, чтобы я мог свой Алан Вейка прокачивать, бушлак свой еще больше утолщать, новые слои толстовки под него надевать, какие-нибудь там, блин, форсированные нитки. Как спицы, что были у этого велосипеда. Усиленные плечи. Воу! Я сюда? Наверное. А, я не понял, куда мне ехать-то? Там вроде как везде, ну, закрыто. Да стойте. О! Кайф. Йоу. Арво, да. Такое себе, по-моему, имя. Но я не знаю, кто ему придумал имя Арво. Он, наверное, как бы и не русский. Он даже по меркам России какой-нибудь там иммигрант, наверное. Типа полулатыш. Полумалыш какой-нибудь. Так, все, здесь тупичок. Погнали. Куда я еду? Я опять забыл. Мы этого бар... Типа в баре догоняем, но я чё-то КЗ.
Воу! Ах ты, кусок говна, блядь. Пацаны в спортивках. Ну, Арва педик. Не сделали его просто каким-то уёбком, на самом деле. Он не был приспособлен для этого мира. Надо третий сезон будет купить потом, попозже. Я отдохну, и надо там, говорят, ну не третий сезон, он как-то по-другому, по-моему, называется. Там два эпизода сделали, надо еще три, походу, будут делать. Так, а куда дальше-то? Я так понимаю, там уже она ей лет 13-14 нашей этой Клементине. Я хочу дождаться части, когда нам будет 16-17, половое возревание, созревание. Вот там я поиграю. О, за мной будут мальчики, короче, ухаживать. Я себя буду вести, как я не знаю кто. Как единственная, короче, нормальная бабей в зомби-апокалипсисе. Соберу вокруг себя всяких... Нихера себе! Вы чё, прикалываетесь, что ли? Это нормально? Откуда такое количество ублюдков? Гребаные вот эти гопота вся лезет. Блядь. Ну давай, иди сюда. Давай, давай, еще раз кинь. Я не знаю. Не говорите мне, за кого в третьем сезоне не играешь. Я не понял, мне их всех убить, что ли, нужно? Почему их так много? В плане серьезно. Да иди в жопу, блядь, сука, за... Просто утомил, вот серьезно, просто задолбал ты кидать это говно постоянно. Откуда вообще ты его находишь? Где он? Я все оружие, блядь, все патроны сразу же. Блять, лол. Охренительно просто. Добраться до фермы. А я докуда добрался? Не, идите в жопу просто. Пошли нахрен, это какой-то бред. Добраться до... Блять, до какой фермы я должен добраться? Это что, не ферма? Это полуферма, анти-семиферма. Где моя тачка, где я ее оставил? Я, короче, не буду с ним сражаться. Идут реально в сраку. А, ну нормально. То есть у меня тачка... Тачка исчезла, да? Или нет, она у входа, по-моему. Здоровый инфекшн. Инфекшн. Не инфекшн. Я не буду вообще, они просто спавнятся рядом с этими блинчиками. Кусками, пакетами сена. Садись, Муген, поехали отсюда. По-моему, адекватное решение просто валить нахрен. Ферма, ну вот, ферма показана направо. Я уже на ней, как бы.
Куда меня мини-карта ведет? Я прям в точке этой, смотрите на мини-карту. Вперед от чекпоинта. Мы же бежали уже вперед от чекпоинта. Там некуда идти было, по-моему. А я не знаю, куда их. Ну куда я проеду, если меня точка показывает на ферму. Подождите. А, вот, может, сюда, а не туда. Может, в эту дырку просто. Точняк. Вот же мы перебрались. Все нормально. Я все нашел. Я просто моргнул опять в этот момент. Не видел, что там дырка. Очередной спавн 60 солдатиков этих болванчиков. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. А, ну походу вот. Во, хорош. Сейчас замес будет. Наверное, я не знаю, может. Пари! Сказал, что я с ними драться буду, они, по-моему, за нас. Ну, судя по ролику. Мистер Андерсон. Что, Оззи Осборн молодой? Клёво. Да иди ты в жопу со своими молотками, ну просто как вы задолбали, блядь! Кидаться этой херотой, просто они меня упарили. Во-первых, они быстрее обычных, как говорят, чуваки с спортивках, которые до второго курса дошли до ПТУ по прокачиванию. Они просто меня утомили, эти бесконечные молотки. Блядь, давай, попробуй сейчас это сделать. Где ты, блядь?
Почему он сдох-то, лол? Я его даже ничего не сделал. Барри, ты нормальный? Да господи, прицелься, уёбок! Просто вот откуда он? А откуда он взялся, не понимаю. Малые. Закончились патроны, кайф. Есть еще что-нибудь? А, вот, нормально, нашел. Воу! Сами фонари все сильнее и сильнее. Гранаты остались. Да перезаряжай, дебила! О, господи, как я задолбался убивать этих болванов. Это просто пиздец какой-то. Ебаный геймплей просто. И долго мне их убивать надо? Сколько эта волна длится? Блять. Тогда посмотри на них. Блять, да иди нахер! Те, которые в комбинезончиках, они помощнее, чем те, которые в обычных спортивках. Комбинезончики такие, Reebok Originals, короче, подороже. А эти Adidas из Чертаново на секонд-хенде. Так, теперь быстро надо патроны искать сейчас. Я все надеюсь. Вот еще. Ну, конечно, блядь. Барри! Долго это еще будет? Оооо, сейф! Одна из этих реально долгих песен Ози Осборна по 8 минут. Это хэви-метал баллады какие-то. Где он там?
Давай! А, сегодня же день студента, ребят. Да. Студентов поздравляю с днем студентов. Я был уверен, что день студента в октябре. Но я ошибся. Так, а тот, кто говорил, что мне придется с торами сражаться, это, походу, они имели в виду вот это вот, да? Ну, не first try, но... Какой? Second или third try? Это нормально, ребят. Я думал, что реально там два, короче, босса будут. Какой-нибудь Dark Souls сейчас придется фигачить с ними по 66 минут. Только чтобы одну фазу пройти, и потом еще 366 минут на вторую. Потом бы я стал пить алкоголь, потому что там третья фаза. Да, я уже привык. Так мы сколько? Седьмой час получается, фигачу. Может быть, мы даже успеем пройти сегодня, если я ночью застримлю. А потом посмотрим, что нам дальше-то делать. Мне тут приходит сообщение от моей знакомой. Что у нее в школе, где она работает. В третьем классе мальчик попросил у нее туалетную бумагу. Она сказала, что он не знает, где туалетная бумага, и мальчик сказал, что, господи, я же сейчас просто обкакаюсь. Я не знаю, зачем я это говорю, но у меня постоянно сообщения приходят. Я не могу на них ответить сейчас. Но это чтоб вы знали. О! Ребят, тут я знаю. Барри, не ворнуйся. Посмотри на мою левую ногу и смотри, что я могу с ней сделать. Сейчас я отодвину. А, ну... Игра не рассчитана под мои мощности. Блин, он что, он реально свой мой плакат таскает просто везде. Офигенный герой. Вот этот чувак мне нравится. Так, игра уже 12:10, просто потому что чувак с собой таскает плакат. Мне кажется, Барри... Мне все больше подсказывает, что я все-таки болен. И никакой тьмы не существует. Просто потому что, ну, Барри, он реально больной. Он не может быть агентом. Он абсолютно какой-то поехавший чувак. Не, жену мы так... Мне кажется, жену мы не найдем до самого конца, пока не осознаем, что она уже давно умерла. Нам, типа... Я забыл, зачем мы сюда приехали. Но чувак, который должен был дать нам жену, он нас на самом деле обманывал. И мы идем за... What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day. Я такой загадочный, неотразимый, это я, да. Слушай, я не очень похож на себя, на самом деле. У меня какая-то странная прическа. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Да я не умею делать имитации, пародии. С ноги? А, не. Не дают. Вау. Слушайте, это... Это реально как в этом... Викингские холлы. Там, где Ярл сидит, где-то вот здесь вот должен быть трон, общий холл, и у них такие были главные здания. А так это реально был Оззи Осборн? Black Sabbath. Sabbath. Хотя, может, мне придется с ними драться. Не знаю. Я б не хотел, клевые старички. Так, что мне тут найти-то надо? Пробраться через сарай. Здорово, Макс. Классические скандинавские катушки с оптоволокном. Ну-ка. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water. Неочищенная вода из озера Колдрон. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing.
Короче, Андерсон варили алкоголь в 70-х, самогоночку, и продавали здесь, и устраивали потом кутежные концерты по субботам, воскресеньям, понедельникам, вторникам, средам и четвергам. И в пятницу у них был выходной. Около часов в двух. А потом они все равно устраивали концерт. Их песни обладают силой, нечто древнее пробуждается в глубинах, возвращается, да, особенно если учесть, что они используют песню Оззи Осборна. То в них есть сила. О, вот и лодка, да. Это же дракар, или как они там называются? Такой очень дешевый дракар, такой один из первых. Спасибо, Барри. Плакат мой не забудь. Асгард. Древние боги Асгарда, Тур Рагнарок, 75-го года. Трепещите перед гневом яростью небес. 11 апреля, Сиэтл. Вау, 1 мая, Батон Руж. 9 мая. Днепропетровск. Это был их последний концерт. Ах ты, пидор кусок. Давай вылазь уж, что ты там сел. Я надеюсь, ты один. Или там еще слева какой-нибудь, нет? Странно это сделали, просто скутер. А. Мне нравится, что они доджить пытаются. Он такой типа хоп-хоп-хоп. Вниз доджил. Почти, ребят, неплохие стрейфы, но я однажды с кулером играл в ТДМ. Я уже все возможные стрейфы мира этого видел. У вас не очень получается. Так, а где тут еще были? О, это босс. Хорошо, что он один. Адов не надо убивать. Точнее, не босс, это мощная какая-то элитчика. Или рарник. Неплохо, неплохо, неплохо. Где он? Недостаточно хорошо для меня. Где Барри-то? Почему он меня опять кинул просто? Here, Че, патронов мне не дадут? Блять, да вы. Да и... Охренеть, просто дрином ваншотнул меня. Чтынь. Ладно. Хорошо. Значит, такая это будет игра. Да, давайте поиграем, хорошо. Интересно, они об электрический шнур могут задамажиться? А, я могу. Да ёп! Раз, два, три. О, хорош, что-то сам себя убил. Это мне повезло. А где бешеная тачка должна летать? Вон она. Она отсюда дамажится. А, починил форт.
У нас мутичек сервис так и чинит. Просто берут фонарик, светят на него 6 часов, потом тебе свет счет выставляют. Мне кажется, это процентов уже 60 игры. Может даже боль. Ну. Хотя я не знаю, на самом деле, надо. Кто-нибудь вообще проходил, сколько я прошел. Оу. Открываем. Самогонка. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing you. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Пнуть. Тынч. Дробовичка у меня нет, к сожалению. Может, и к счастью. О! Вот это эмбуш. Кто там? Кто там? Кто там? По-моему, нихера, там третий этаж сейчас опять будет. Нет, ну ладно. Фонарь мне, конечно, просто батин. As you regular listeners know, I tend to work through the night. Так мощный, но I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Boys, Deer Fest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Ой, локации вообще не меняются, на самом деле. Я уже так привык, это лес или дерево. Лес или деревянные дома. Лес, деревянные дома, немножко камней. Лес, деревянные дома, немножко камней. Один раз нам дали в особняке пожить, и то он был весь из дерева. Двух старых маразматиков, они были в теме. Так, мы идем в дом. Ух, ни хрена себе, вот этот комбайн. Моя белорусская душа сейчас прям затрепетала даже. Две трети даже, нифига себе. Вы видели? Все. 13:10 игра, я еще балл добавляю. Просто посмотрите, я могу здесь катать катушки. Я как жук-навозник. Так, это можно... Это побежит... Это тоже босс, да? Слить в комбайн. Ну, вот это сейчас нормальный геймплей, ребят. Всегда хотел в комбайн посветить и сломать его. Сначала его, наверное, вырубить. В мире 65 миллиардов коров и свиней. Но только твоя мать выделяет среди них своей оригинальностью. Это была странная сцена, типа мужик вышел из какого-то толчка, просто сказал рандомную цитату из энциклопедии профессионального фермера и сдох. Отойдя не очень далеко от толчка. Ладно. А что такое RE7? А, Resident Evil. Кто-нибудь вообще смотрел, что за игра? Я так и не посмотрел.
Кто там стримил? О, не стримил, кто смотрел? Как она вообще в целом? Просто мне интересно. На чем, а что там завязка вообще? Чем, что за Resident Evil 7? Он связан с остальными частями? Наверное, связан, если это седьмая часть. Паш, ты можешь башкой думать, Муген, твою мать. Я глянул, я когда ложился, вчера закончили ночью, я чисто открыл на 5 минут, там чувак стримил. Мой любимый стример. Вот. Я посмотрел или заснул. Ну, но он там ни разу не выстрелил. Он ходил там с глоком, что-то в какой-то комнате. Там очень стрёмный мужик был. Вообще не понял, что это за херня. Да похер на Барри. В Барри есть мой макет. Плакат. Я думаю, он справится. Ему больше вообще особо ничего не надо от этой жизни. У него все права на мою продукцию, наверное, поэтому... Очень косвенно связан. А про что там? Если я все равно не буду играть, можно заспойлерить. Хотя нет, подождите, если кто-то будет, то не спойлерите. Не надо. Может, кто-то из вас будет играть, как бы. Хотя я думаю, большинство из вас просто посмотрело, а второй половине абсолютно похер на этот Resident Evil. Эл! Да, Барри, как ты вечно добираешься сюда быстрее меня? Открыть дверь. Барри вообще четкий парень. Поэтому на самом деле его не существует. Он мое воображение. Всегда он оказывается в запертых дверях и ждет меня, хотя я всегда опережаю его. Дальше уйти из Hatred Neck'ов. Блин. Практически все игры, что мы играли, кроме Сомы, мы сталкивались с реднеками. Заметили? Все те две недели, что я стримлю, чуть больше даже, в каждой игре был акцент на реднеках, так или иначе. О, Нормакс, вот это хороший сюжет, мне нравится. Я сначала подумал, что это про Alan Wake, потому что сюжет похож. Если немножко за уши притянуть, то прям вот вообще один в один. Приезжай, сбери, я выпила. Хороший дом, обожаю дом с башнями. У нас тут на районе есть такой один. Свет погас. Ну, я думаю, мы вряд ли его зажжем. I don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. Mm-hmm. Kidding! Those guys sound awesome. А вот сейчас-то, может, мы их и будем фигачить. Оззи Осборна и второго этого. Какая ударная установочка. Без ничего отбиты. Ибанес валяется. Райхэтики. Крэши. Надо электронный этот купить. Хотя нет. Надо комп нормально купить сначала. Чтоб я мог Resident Evil 7 играть. На максималочках. И моник себе за 50 штук. 200-герцовые, сколько там сейчас, как моники сейчас делают? 170 какие-то, или 220-герцовые уже, по-моему, делают. Асусы такие, ROG, которые стоят как компьютер. 24 дюйма, если купить... Я все. Собственно, сегодня надо позвонить Даше, она может не приходить. Я уже подумал насчет герцовых моников, и мне стало слишком хорошо. Где пробки-то в доме у них выбивает? А ну-ка. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Внизу. Лестница вниз. Не знаю, это только наверх лестница есть. Ну, сейчас я быстро похожу. Это у нас что? А, это гитара. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a
time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. Да, 24 дюйма. На 27 нереально играть. В любой шутан более-менее. Ну, вообще, наверное, можно прикольно в синглплеер играть, но я играл как-то один раз у моего друга на 27 в контру. Это ж просто пиздец. У тебя глаза разбегаются. Тебе, чтобы посмотреть на гребаный радар, тебе нужно глаза скосить и потом идти к окулисту, потому что приходится после каждой каточки исправлять. И когда ты каждый ранг получаешь, тебе вообще на полное обследование тела проходить. Но это реально неудобно. 24, по-моему, самый комфорт. Чтоб ты мог вот так вот, хоп, туда быстро глянул, туда быстро глянул. 27 ты уже реально, хоп, головой повел в левый угол, головой вправо, посмотрел на амуницию, туда, не знаю, неудобно. Многие говорят, что неудобно. Но если играть чисто синглы такие, не заморачиваться насчет пострелушек онлайновых, или вообще онлайн-игр, где нужно как-то быстро реагировать, то тогда нормально. Тогда можно вообще там брать тридцатники или телекси на колени ставить, и прям глазами водить своими роговицами по пикселям. Так, я думаю, 24 более чем достаточно. А если ты мажор, то можно вообще два моника иметь, как бы, и свитчить их, когда тебе нужно. Тем более, что... Хотя, если ты для себя играешь. Если ты стримишь, например, то не имеет значения. 2К, например, нельзя же все равно стримить. Что ты там свои 65 дюймов запихнешь, это не имеет значения. Все равно все будет ресайзиться до максимум, до, сколько там, 1080p. Больше Twitch все равно не поддерживает. На стене они постоянно с желтыми пишут свои мочой. Том. Покер. Так, он сказал починить. Куда там? Вниз, куда-то. Может выйти во двор? Где выход-то вообще? Секундочку. Не получится, Барри. Нет, не тут. Ладно, походу в доме. Клёво усилили, да, когда ребята фундамент не очень залили. И после очень проливной весны дом начал клониться влево, они решили просто палочками подпереть. Ну, типичный, как у нас на даче, так же чинит ребята. Еще изоленты не хватает, фундамент просто изолентой обмотать полностью. Мадина насчет карты, да, я обычно не слушаю Мадину, чтобы она не говорила. Ну, походу на втором, да? А, ну да, стрелочка вверх показывает, значит, ребят, значит, на втором. Так, хорошо. Old Gods, старые боги знают правду. Old Gods know the truth. А, вот. Угу. Black Sabbath доиграл. Did you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. За ним мы пришли. Пойдем за музыкой. Lady of the Light? Lady of the Light. Find the lady of the light. Right. Must be. Найти запись. А, ну вот она. Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода. Все того же ждут. А как там? Самолеты. Девочка с глазами самого синего. Okay. Сейчас запухаем с Барри. Это мой альбом, ребят, сейчас запишем с вами. Сейчас мы с вами запишем альбомчик. Yeah.
Так, 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 слушай, Алла, мне так жаль насчет Элис, правда. Так, походу, мы так и нажрались, реально. Это было легко. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I could. Well, I could, because I'm a writer. What? What did they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my mouth. How do I get the recipe on this? Много мы бухать-то будем? Можно скипнуть это? I just miss her. Мне не хватает, Барри. I just want her here with me. I know. Мы все вернем в свои места. Спасибо, Барри, ты настоящий приятель. Лучший друг всегда должен быть немножко толстеньким. Потолще тебя. Нормально, то есть мы искали мою жену, я вообще в максимальном стрессе. Меня атакуют черные какие-то чуваки, я должен найти богов Асгарда группу. И тут мы просто натыкаемся на алкоголь, мы забухиваем под грустные песни Black Sabbath и Сплина и отрубаемся на диване каком-то, хер пойми где. Ну так, наверное, и стоит действовать, да? То есть жена подождет, если она уж там неделю под водой как-то продержалась, то лишний денек, я думаю, тоже сможет. Это, а, кстати, Дайвер, этот... Я ищу свою жену. О, нет. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Anderson's moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls. The night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the... За мой великолепный голос и исполнение трех аккордов Сири все на ютубе запись заблочит. Я думаю, там она попадет, короче, под права всех вообще правообладателей всех песен, где использована гитара. I remembered thinking, I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Yeah. Башку пробил себе об камень. С тех пор все и началось. Слушайте, реально, было бы круто, если бы игра закончилась на том, что я просто об косяк долбанулся, об скалу, и не очень у меня получилось спасти жену, я просто потонул. И все. Ачивка. Так, она не утонула, она плавать умеет, да? А это я. Как я в бушлаке там не утонул, для меня до сих пор загадка. Джаггер захватила Элис, а значит, захватила меня. Джаггер — это старушка, это темнота, которая олицетворяет все. Напрыгнуть я не могу. Window? Может быть, она внутри. Элис! She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Давай, го посмотрим. А нет, подожди, мне надо к дому вернуться. Женщина по имени Джаггер, Мик Джаггер, намекнула на меня, что кто-то. Может быть, наверху? Yes, that's where she is. Да, да. Элис мертва, короче, скорее всего. Концовка все-таки будет в том, что я реально поехал бошечкой своей от фиточая и бесконечного написания блокпостов про путешествие на север Америки, где мне платили 30 рублей за 1000 символов. Бля, я не могу так больше. У озера Конорм особое место, но дарует тебе силы менять реальность. Я все-таки поехавший, да, ребят? Да. Джаггер, что мне делать? Кого мне убить, сейчас она предскажет? В
вписать ее в жизнь. Все, что ты напишешь, сбудется. Все вновь будет хорошо. Сейчас я напишу, что я кибератлет в команде Na'Vi. Я играю в Counter-Strike и на выходных играю в World of Tanks тоже в этом же составе. Я двойной чемпион в двух дисциплинах. Я все исправлю. 9 лет мне подарили мышку Microsoft 1.01. 1.0, точнее. С тех пор я постоянно использую ее. Это предопределило мою судьбу, судьбу киберспортсмена. Я покупал себе годовые абонементы во все компьютерные клубы Москвы и просиживал по ним по 12 часов. Я становился все сильнее и сильнее. Мое разрешение экрана становилось все меньше и меньше. Чем меньше оно становилось, тем лучше я играл в контру, пока я наконец не дошел до самого дна. 640 на 480. Тогда началась моя профессиональная карьера кибератлета. Меня взяли в команду Тир 2 уровня, где все играли на 800 на 600, но я был уровнем выше. Мой прицел был красным, и в отличие от многих, он не был динамическим. Мы играли по 12 часов в сутки. Потом мне открылась истина. Counter-Strike не было моей игрой. Мое призвание — это танки. Господи, ты что, из Биошока, чувак? Какого хера? Бля. Прототип Мишлена. Что происходит? Стоп. Стопе. My mind consumed by darkness and fear. Okay. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. QCM. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. Mm-hmm. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe. Да не, я читал. Я могу одновременно читать и разговаривать. Я вот так экзамен в городе сдавал тоже, когда не поспал. Точнее, поспал всего 2 часа. И сдавал экзамен последний. Это было лицо мента. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Хемингуэй? Что ему нужно этому агенту? Почему он меня не любит? Ребят, перерыв на... Зачем я кричу, я не знаю. Но перерыв на то, чтобы я ослабил свои связки и сделал себе кофе и немножко еды. И мы с вами продолжим, ребят. Через 5 дефис, 7... Тире 8 минут. Сейчас приду. Да, и спасибо Гагача, что подсказывает нам, потому что мы все пропускаем, особенно мне. Половину сюжета. Вы меня держите в курсе. Thanks. And now to see your love set free.
You will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, still raving in the night. That's how you reshape destiny. In the dead of night, she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. He took her in without a word, for he saw his great mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is set on moonless nights, they may still haunt this place. Previously on Alan Wake, under the influence of the Dark Presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. Я здесь, я читаю. Это синопсис, как раз. Краткое описание для таких, как мы. Я взял морожек, но оно будет долго таять, поэтому начнем. Щелкунчик. Кипелов, а я не слышал, что там Пелов, но Кипелов хороший чувак. Я бы даже назвал его одним из лучших на нашей российской эстраде. День оленя? Мой любимый день. Бабушка, которая везде свет сжигает. Бабушка, есть тот свет, который с нами разговаривал мужским голосом? All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Oh, wait, we're in jail now? Нихера себе толчок. Гранд-Вилли настолько широкий толчок. That about sums it up. Бесцветная блевотина. Мне кажется, сейчас кто-то придет за нами. Спасибо, ребят. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... I had some reading to do first, Sheriff. And let me tell you, it was an interesting read. Well... Well. Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there? Brett Easton. Пока со мной мой пиджак. Агрессивные роллерские наклейки. На локотнике. Я выйду откуда угодно, шериф. О, не шериф, а агент ФБА.
Сейчас бабуля придет. А может нет. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Все бухают просто. Агент шмаляет, как хочет людей. Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead. Wait a minute. I know. Это уже написано. Опа. Light. We need light. Мне нравится, что у нее эмоции не особо. У нее даже голос не особо изменился. Только что она увидела, как темень поглотила какого-то мужика. О май гад, да это же просто, как когда я с мужем разводилась. Хотя тогда был больше шок, меня уже ничего не удивит. Он отсудил у меня 95% моего имущества, хотя в Америке всегда происходит наоборот. Я первый прецедент такой. Сара за нас. Сара из... Thick. Pretty thick. 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 Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Серьезно? Она еще вертолет умеет водить? Откуда в этом захолустье спасательный вертолет вообще? Ладно, женщина, я с тобой, если ты мне даже дробовик хотела, но с револьвера я тоже могу... Оо, помповое ружье. Hell yeah. Nice comp. Поигрываешь? В Doom, наверное, 95-го. На максималках. Твой ты должен потянуть. Alright, let's go. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch Wheeler? Ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. А, это фамилия его, бекера этого, Уиллер. Я думаю, каждый раз какие-то новые имена. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? You'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Yeah. Gotcha. Полетели. Поехали. My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. Реально, походу, какое-то, блин, секретное общество. Я же все это в книжке описывал, она какая-то непростая. Она типа, блин, как Assassin's. Assassin's Creed, вот это все, темный тамплиер, и только она светлый тамплиер. Она что-то знает, они веками сражаются с тьмой. Мяу, сейчас. Вы слышите, как у меня кошка мяукает? Одну секунду. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Are you sure? Okay then, but hurry. А, найти путь на крыше. На ей крыше. Ты что? А она не может найти путь? Она не знает, где у нее вертолет стоит? Или она его создаст, типа сейчас? В каждом полицейском участке есть такой огромный конструктор. На экстренный случай называется конструктор-вертолет. Там такая коробочка 2 на 2 метра, быстро его собираешь. Одноразовый вертолет. I needed to reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. Окей. О, если помните, здесь я с ноги вышиб нахрен забор. О, дырка до сих пор не зажила. Как и все раны, которые я оставляю своей ногой. Меня задамажила трава, а. Лошадиный навоз. Небольшое пятнышко. Эти можно не выводить, наверное.
Здесь точно вертолет будет? То есть какой-нибудь квадрокоптер маленький такой, знаете, за 3000 рублей, на который GoPro можно прицепить еле-еле. И он даже взлететь не может. Ты снимаешь просто с пола. И она меня сейчас будет троллить, типа, давай, пиши записку. Вставляю его в вертолет. Мы сейчас отправим сообщение. What? Блин. Birds! Goddamn birds! В этот раз их довольно много, ребят. А! Ну, тут сложно было вернуться, на самом деле. Странно, что они уже улетели. Hey, Sheriff! Your password! Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have! That Bright Falls is the original inspiration for the TV show! Я правильно понял, что я просто обошел? Вместо того, чтобы забор перепрыгнуть с тачки, я все это обошел по крыше и вернул... А, походу там ворота закрыты. Я сейчас все фонариком починю. Сейчас. Взломать механизм. Так. 6 раз стыкай в предохранитель пальцем, и он починится. Окей. Отличный план. Так, женщина, вам надо стрелять в тех, которые подсвечены. Молодец, я не буду пока тратить. А ее могут убить? Ай. Все нормально. Я все починил, расслабься. А, вот эта тачка, она какая-то агрессивная, по-моему, да? Но она не работает, по-моему. Скорее всего, это Лада. Даже поглощенная тьмой, она не может ничего сделать. Она не двигается с места просто. Ее можно даже не убивать, наверное. Это что за херня такая? Ладно, я думаю, это не важно. Раз он не поехал на нас. Вот в городе как-то повеселее, знаете, когда обстановочка сменилась, да и женщина стреляет рядом с тобой, боевая такая. Тут да, тут немножечко, знаете, геймплей это бы добавилось. Блять. Это я геймплея добавил просто, чтоб мы давно не были в море. Ох, ну нет! Я уже жалею, что я это сделал. Посмотрите, как далеко теперь нам это придется. Нам придется опять всех убивать. Лада в этот раз не сработает, наверное, опять. Оставим ее. Да. Во второй раз она тоже не завелась. Короче, сама справится. Что, в смысле, про меня он сам свой выбор сделал. Так, Ладу не трогаем.
Я не менял, она просто приклеилась ко мне. Если честно, ребят, у меня даже выбора не было. Она сама сделала выбор. Пойти сам. Пацана увезло, по-моему. Я в того хочу выстрелить сначала. О! Так, блиц к воде не пойдем в этот раз. Я усвоил урок. В этот раз в первый раз, а не 61-го. Обычно до меня не сразу доходит, потому что я... Ну, у меня аналитический склад ума, я анализирую ошибку, пока мне, ну, на это требуется время, пока я анализирую, я успею совершать ее еще пару раз, потом начинаю анализировать, как я проанализировал ошибку. Как вот тут... А. Молодец. Топорики реально на интуиции доджи уже, по-моему. Иногда прям чётенько попадаю. А, давай ты первый. У тебя дробовик. Молодцом. Фальшмейстер, какие-то макароны. Немецкие, так, батарейки. Сейчас макароны жечь будем. Такие толчки на стоянке, я такого не видел. Можно вот так вот сделать, мне жалко. А-а-а! Женщина. Ух, ни хрена там прилетел молот. Это откуда? Чувак там прям чётенько влепил своему. Какую-то кирку в него вообще закинул, он аж вылетел нахрен с этого города. Удалился. Налево нельзя. Пожалуйста, не иди налево. Это контрольная точка была? Я надеюсь, не хотелось бы умирать все заново проходить. Wait, over here. There's light. Yeah. Awesome. У меня есть нога. Отойди. Watch my... О, сейчас начнется, типа надо ее прикрывать. А у меня этого Моргенштейна больше нету. Зато у меня есть помпа. Ну давайте, бичара. Punch. Лол, ты дверь будешь открывать? Она говорит, прикрой меня, пока я открываю дверь. И просто взяла, начала стрелять во всех. Блять. Вот у меня проблема, я не вижу ни хера вообще. Блять. Иди открывай. О, это с бензопилой, чувак. Мы его уже видели, кстати. Вы что, шутите, что ли? Мяу. Мяу. Я не уверен, что его можно... Как же я доджу? Надо того сначала убить.
Давай. Мне что-то подсказывает, что на него вообще эта херня не действует. То есть смотри... А, хотя нет, стойте. Есть. Василич. В два ствола Ваську-то. В две помпы накачали. Все, можешь дверь открывать, да? Ничего тебя не беспокоит больше. Ты просто сказала, прикрывай меня, а вдруг начала сама стрелять в них. Если бы ты остал... Ну ладно, не будем с женщиной спорить. Ничего, ничего, Сара, забудь, я не жалуюсь, нет. Ты молодец. Главное, что мы живы. Моя помпа все еще работает. Мне бы фонарик помощнее, как у тебя. Попробуйте починить. Ты что, видишь нахрен? Попробуйте, говорит, починить. Там коротит просто 1000 вольт. Сейчас я посвечу фонариком, если получится. У меня лечебные фотоны из фонаря летят. Может быть, получится что-нибудь починить. О, норм, заставил женщину чинить. Ну, что она делает, мне просто интересно. А, ее не бьет током, да? Ну да, так примерно и чинит. Попробую вон там справа еще покрутить элементы. Ладно, не будем советовать ей, а то она еще занервничает. Все равно в итоге я буду чинить, она просто сделает вид, что чинит, потом я приду, типа, ну что, ты справилась? Она такая, да нет, что-то не получается. И я попробую. Да, я только взглянул буквально чуть-чуть. Может, тут патрончики какие-нибудь есть? Чё ты переживаешь, что вообще? Чини там свои пробки. Оу. Склад, значит, сейчас найду. Бля! Ну напугал что-то он меня. Я извиняюсь. Офисный работник, задержавшийся до 9. Сраный карьерист, совсем головой поехал. Я уверен, что это причем был не теневой чувак, это был обычный работник. Не поглощенный темным сознанием и материей. Фонарь настолько мощный, что я не могу прочитать. The darkness controls the taken. Тьма контролирует поглотившихся, взятых. Тьма контролирует the taken. Тех, кого взяли в ВДВ по контракту. Yes, hello. Барри, он там у себя забеспокоился, хотел, чтобы мы поторопились. Хорошо, мы поторопимся. Сейчас я Нет, дверь не закрывайся. Блин, не то! Я не то хотел сделать, я не понял, что у меня ракетница. Всрал ракету. Так, охотничье ружье вместо помпы. Ну да, оно помощнее. И у меня патронов поменьше на помпе. Ничего нет больше. О, макарошки. Мощный фонарь. Угу. Плюс 5 килограмм, который весит. Я могу себе на плечо бушлака просто приделать. Жалко, реально крафтить нельзя. Я бы себе пиджак так раскрафтил бы. Все, ты починила, типа, да? То есть она там просто потыкала, типа, не получилось. Теперь она ждет у выхода. А, я еще не нашел ключ. Хорошо, ладно. Я нашел. Шерифа вы починили? Ничего она не починила. Мне нужно подумать. Выйти на стоянку и подышать. Потому что за Берри охотится.
Пожалуйста, не умирай. Только не Барри. Воу. Мяу. Он смог войти, Уэйк. Да куда он смог войти? Он просто прыгнул на метр вперед. Он никуда не смог уйти. В асфальт он ушел. Уу! Ладно. The Road Just прошел. Не знаю, час назад мне говорили, что я 2/3 прошел. Но мы начали 5-й эпизод. Играем уже где-то полчаса в 5-й эпизод. Еще 6-й и все. Я нашел себе женщину здесь, которая не боится моих увлечений и хобби. Мой фонарный фетиш, она его даже поддерживает. Trust no one in the darkness, okay. А черная надпись «Не доверяй черным». Я уже привык к ножницам. Пилочкам. Вау. Как же женщина. О, господи, это боже мой. Сейчас пошли. Раз, два, три. Из дробаша в него разок. Раз, два. Вот, вот эта команда. Вот эта команда. Если здесь будет магазин обручальных колец, я зайду на секундочку буквально. Я принял решение, когда увидел, как она шмаляет. Фу. Да, я сегодня рано, потому что, ну, мне надо будет свалить потом. Потом, может, я ночью вернусь. Я сегодня часов до 8 максимум. Да, люблю ножницы. Строительные особенно. Все под контролем, док. Это стрельба в воздух. Но мы не в воздух стреляем. Мы стреляем, блин, в захваченные форды, лады и людей. Что происходит? Почему здесь он так спокойно реагирует на то, что тьма поглощает город? Чувак просто врубил свет, сказал, чтобы мы потише стреляли, и пошел спать. Это мужик, просто его ничто не беспокоит. А город-то ничего такой, кстати. Уютный. На Евпаторию похож. Размером примерно такой же, наверное. Чувствуешь себя здесь как-то... как-то спокойно. Да и с электричеством примерно такая же тема. Поэтому, наверное, я себя немного привыкшим чувствую. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Чё она засмеялась-то? Чё смешного? Почему у нас... Блин, это все реально выдуманные персонажи, и они странно написаны. Почему они так реагируют, непонятно. Это Барри полетел. Да, это Барри. Примерно такого же размера, и красная эта куртка. Я его нашел. Идите к церкви. О, нет, только не церковь. Это цирк рядом с церковью. Символично, как. Самая дешевая аренда, походу, в городе. Без оружия. Физический труд. А вот и выпускники МПГУ подъехали. Точнее, ну, не помню, как он называется. Не педагогический, а физическая культура. А у меня флешек нет. Оу! Сейчас я все решу. Пережить нападение, я думаю, это несложно. Я его уже пережил. С двумя флешками мы справимся. Сейчас подождем, сзади никого нет. А, нет, есть. Что она быстро взорвалась. Надо выйти отсюда! Надо сменить позицию, потому что это нереально просто. А, здесь босс еще. Блять, тот же это говно.
не, это какой-то бред был. Нам показали, что 4 человека на нас будут нападать, и напало около 80 сразу, и плюс какой-то босс. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I totally get it fixed. Here they come. Let's take a break. Перерыв. Клёвые ребята. Ладно, оставим тогда флешки на последнюю волну. Сейчас инвентарь полетит. Эти легкие болванчики. Омега-3 жирные кислоты полезны для сердца. Омега-3 жирные? Они, почему не просто омега-3 кислоты? На что он намекает? Бля, не то. Сейчас надо, чтобы они скопились, прямо вот ко мне пошли. Вот, хорошо, минус... А, того не задело. Это босс. Стреляй! Все, лошьё один на один осталось, который... У меня батареек нет, кстати. Но мы его можем долго гонять. Омега-3 жирная кислота. Эй, Сара. Okay, it's open. Любишь омега-3? Прикольно у них эти католические церкви, конечно. Сфокусироваться. Я сфокусировался. Well, it's tradition. Традиция. Так, так, так. For it to be free, the dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it catch. Сущность была связана с событиями, описанными в рукописи. Однако она могла преследовать писателя не прямым, а окольным путем, возлагать на это дело на других и останавливать тех, кто мог ему помочь. Она захватывала всех, кто встречался на ее пути, превращала его их своим мрям и отправляла по следу Алана Уэйка. Круто, да, мы все это уже поняли в самом начале игры, что здесь огромное количество людей, обитающих в лесу, лесорубов всяких. И это город просто переполнен строительными инструментами, которых никто не использует, они их просто выбрасывают в Алана Уэйка, как в мусорную корзину, потому что у меня на самом деле... Может, они реально кидают? Есть теория одна, наверное, не самая популярная в этой игре, которую я только что придумал, потому что связана с тем, что мой капюшон похож на мусорный мешок, и переизбыток строительных материалов все стараются в него выкинуть, поэтому мне вечно в затылок прилетает. На самом деле они неплохие ребята. Они просто пытаются утилизировать излишек. Ну, это такая себе теория, давайте скажем, прямо немножко за уши притянутая, но все-таки что-то в ней есть. Это кто? А это вот, кстати, прототип моего первого капюшона. Сюжетик-то развивается, я смотрю. Моя теория все больше подтверждается. Пробраться... Нихера себе, тут бункер какой-то военный. А, это... Что это за церковь такая особенная? Я такой печь не видел нигде. Даже в Освенциме. Я любил фотографии посмотреть, как они там все делали. Клёво. Эй, Сара, я нашел выход. Пнуть, есть! Тынч! В труху! Если бы пацан стоял...
А, я думал, что случилось, это Барри. Я думал, что это моя нога. Так быстро нанесла удар такой мощности, что разогрела воздух вокруг, и импульс просто взорвал. Барри совсем долбанулся, он обмазал себя, обвязал себя елочной гирляндой. Вот, блядь, на лобешник, кстати, неплохая идея на лобешник приклеить. Я думал на плечо, но на лобешник тоже неплохо. Еще мне нравятся его бриджи. И вот этот заслон, засов, точнее, между обувью и бриджами. Белая плоть такая, прям, мне аж есть хочется, не знаю, у меня такой аппетит она вызывает, белая куриная ножка. Да, ребят, Барри вряд ли мой агент, как и я. Мы все здесь поехали. И Сара, она тоже часть... скорее всего, это бабушка из клиники, которая пела там... Хотя я хера знает. Зачем она сумасшедшим помогает? Моби, жена уже не важна. Просто забей. У меня уже есть Сара. Мы уже через... с ней прошли через больше, чем с моей прошлой женой, которая никогда не моргала. У Сары хоть... Чуть-чуть. Чуть-чуть, но пытается моргать. Тем более он у нас... Посмотри на Барри вообще, здесь ничего не имеет значения. Элис кричала, тра-ля-ля, Элис мне уже не важна. Понял. Там что-то про жену опять нам. Мы ее все никак не достанем из озера. Идите на вертолетную площадку. Вы заметили, что мы... Вот, мне что-то кажется, что нет никакой вертолетной площадки. Мы каждый раз куда-то приходим, нас сразу посылают в другое место. Мы никогда не доходим до конечной вот цели. Потому что ее просто не существует. О! Бревно. Сара, это он тебе, иди разберись. Не позволяй ему так общаться. А если он к Барри подойдет, он будет высвечиваться? Раз у меня тут с батарейками проблема. О, хватило. Не, Барри вообще четкий. У нас тут реально какой-то Left 4 Dead такой из самых отмороженных психопатов собрался. Жирный типа мой друг. Ну как жирный? Мы с ним забухали и все. Он один из нас теперь, мой самый ближайший приятель. В пати должен быть толстенький на случай, когда все пойдет под откос. Это наш продуктовый запас. На самые вообще темные времена. Кстати, реально вертолет есть. И она реально, походу, умеет водить его. Охренеть, здесь настоящий спасательный вертолет стоит. С открытой дверью, типа, мол, делай, что хочешь. Ой. Я ничего не жал. Кат-сцена просто... Светошумовые, так. Ладненько, этого не было. Я не так плюс бэчил, что просто в другую вселенную провалился. Агент бы мной гордился. Но это вообще не прикольно. Дебильный нокбэк.
не вижу вообще ни хера, куда стреляю. У меня не осталось, кстати. Мне надо доджить сейчас будет. Нормально откатилось. Ну заводи! Он же не так долго разводится, этот фонарь. Господи, у нас уже балки какие-то летят. Можно садиться? Убедитесь, что оружие, ружье на предохранителе. Серьезно? Сейчас убежусь. Убежусь обязательно. На каком предохранителе? Не упади. Женщина, вы там завели? Он уже вроде нормально вращается. Не пора ли нам сесть? Здесь уже фул, короче, обороты. Давай, баба. О, ё-моё. Закончились патроны, ну кайф. У меня флешки только остались. А, стоп, это есть генератор какой-то. А, нет, стоп, стоп, стоп. Может, я успею. Вот эта шляпа. Револьвер, дробовик. Это шумовая. Пойдет. Окей! Молодец! Сейчас топор напоследок. Здорово, Джей. Все нормально. Нормально все. Вертолет нашли. Бабу нашел. Мой лучший друг толстяк. Мы с ним бухнули под сплин. Все идет неплохо. Смотрите-ка. Не знаю, куда мы вообще полетим. Что мы делаем? Какая наша цель? Мы просто по этим лесам. Туда-сюда летаем. Отчисленные эти реднеки, ПТУ. Куча инвентаря. Все мне в затылок накидывают мой мусорный мешок. Какого хрена вообще происходит? Наш лучший друг просто гирлянды обмотался. Хотя он мне нравится. Вы отличный писатель. Написано pretty good. Перевели отлично. Точнее, сказали pretty good. Перевели отлично. Вы же по реке Дамба. Так, да. Здесь нельзя приземлиться. Прыгайте на елку. А дальше-то что? Ну, приземлимся мы к дамбе. В чем дальше-то смысл? Я все никак не пойму. Как нам тьму-то победить? Куда мы ее идти? Нас типа... мы никак не можем сдохнуть, но мы и победить особо-то тьму не можем. Нам... нам надо мою рукопись найти, да? По-моему. Он что-то там про рукопись говорил. Сжечь ее. Это невероятно сейчас было. Меня без фонарика выбросили. А, нет. Birds.
Окей. Да, у меня оружия нет, только фонарик. Че, ребят, как дела у вас вообще? The Darkness, так, очередные невернегром. Есть еще тут, может, что-нибудь открывается? Ну, пустите, плиз. Не понимаю, откуда меня атакуют. Пройди через подстанцию. Клево, они через текстурки просто лезут. Офигенно. Здесь-то она меня не достанут, наверное. I had to do something about the chain for the door to open. Серная пробка в ухе. О, я помню, я на два гуха оглох из-за серных пробок. Я сначала одно почистил, и в итоге серную пробку вдавил между перепонками, я там застрял, и оглох на одно ухо. Потом решил, типа, блин, надо сделать так, чтобы второе было слышало лучше. Засунул второе в доме отдыха. Они там размокли от воды. И оглох на второе ухо. Все. И с мамой мы поехали срочно вынимать эти пробочки. Только меня не водой чистили, а по старинке, огромным таким... как-то крючком, короче. Женщина взяла крючок. Какой-то классический, знаете, олдскульный лор. И огромным крюком лезла мне в ухо и вытаскивала это все. Сейчас уже, наверное, водой просто вымывают все. Или высасывают. Сфокусироваться. На что мне сфокусироваться? Ну окей, дверь. А с пистолета можно дверь пробить? Штопор. Может и штопором стать. The darkness wears her face. Wears. Тьма носит ее лицо, лицо бабушки. Бабуля. Как же так? Мне кажется, есть варик вот сюда вот. Нет? Не, я слышал, заткни вот руками, пальцами уши, и вот так вот я слышал. То есть, если ко мне обычно обращались, то я не слышал ни хрена, я слышал гудение внутри головы. Но если там кричали, какие-нибудь звуки, громкие звуки, то я их слышал просто приглушен, так, знаешь, бум. Паша, Паша, с тобой все в порядке. Где-то вот так вот. Но это было не прикольно, на самом деле. Очень странное ощущение. Но когда их почистили, о, это прям такой кайф. Никогда я с таким кайфом уши не вычищал. Там из меня вышла, по-моему, просто какая-то маленькая шахта серная, реально. Я боковым зрением видел, как на пол падают какие-то ошметки, камни, блядь, из почек, как будто она что-то достает. Из всего организма вообще сера вышла у меня. Слава богу, с тех пор ничего такого нет. Я стараюсь уши чистить регулярно. Аккуратно. Главное, кстати, не палку вот эту ушную не засовывать далеко. Надо очищать аккуратненько внешнее ухо и очищать чуть-чуть вот внутреннее. Далеко не залазить. Не надо там все в перепонки лезть, короче, чтобы прям вообще серу из мозгов достать. Надо вот прям пока не начинаете чувствовать странный такой глубокий дискомфорт. Бывает, многие чистят так, что просто охренеть. Куда идти, я не понимаю. Цепь не снимается, взаимодействовать с ней нельзя. Да ладно, чё ты? Я когда думаю о сере, мне наоборот как-то хочется поесть орешков, кешью каких-нибудь таких вот. Ну всё, я больше не буду, никаких больше мерзости сегодня не будет, ребят. Может, там с другой стороны можно где-нибудь... Не, я стрелял в цепь, ничего не происходит. Может, конечно, еще раз. Я, конечно, может быть, я и промазал, но это вряд ли. А, я промазал.
Ну или там два раза следовало выходить. Не понимаю, ребят. Я все делал как надо. Блять. Так, у меня ничего нету, да? Это будет сложно. Это будет реально сложно. О! Блять. Не, пошел в жопу, блять. Этот молоток сейчас тебе впихну просто концом гвоздодером и резко надавлю на него. Копчик твой вырву. Ржавый гвоздь. Так, надо вот здесь стоять. Надо сначала мелких, короче, прикончить быстренько. А патрончиков-то у меня и нету больше. Можно на... А, я просто побегу туда. Там, наверное, сейф какой-нибудь. Не засчитало. Меня мой бушлак сблокировал. Просто отрикошетил от меня. Фух. Что значит на лапке Элвиса сделать? Ну, пока они у тебя расти не начнут, пока тебе 14 не исполнится, не получится. Ну, или надо парик покупать какой-нибудь, или у мамы волосы простить, когда она в парикмахерскую пройдет, типа, попроси это, скажи, что уверовал в Бога, хочешь за бабушку помолиться, или там за свою учебу в МГУ, чтобы ты поступил вот на бюджетку, она тебе волосы оставит. В парикмахерской можно попросить, чтобы не состригали, не убирали, а тебя в пакетиках засунули. Вот, и потом приклей, купи мусс, или, как он там называется, хипстерская эта херня, чтобы укладку делать, свои зачесы, по 6 часов стоять. Как он называется, кстати, не вазелин, а бриолин, бриолин. Купи бриолин, да, и поставь лобок. Будешь ходить такой, только он выпирать будет. Будет очень странно смотреться, у тебя как будто какая-то грыжа или флюс в районе члена. Ты вряд ли кому-то понравишься. Все с осторожностью смотрят на такие вещи. Да, прикольно. Еще клевое. Ну, иди в жопу просто, блядь, дебильная блокировка. Что он вот стоит, мне просто интересно. Вот об что можно не пройти? Обгребанную херню. В рот просто бомбил это дерьмо тупое. Он не может перешагнуть перед... Сраное масло в упаковке, машинное. Блять. Он меня ваншот. У меня просто прилетел один топорик из ниоткуда, просто из-за леса. И меня ваншотнул ублюдок с дрыном. Охуенно, блядь. Сзади там никого нет, я надеюсь. И раз в год он начинает бежать. Никогда он не бежит. И тут он вдруг решил... Решил пробежать.
Откуда этот кусок дерьма взялся? Просто откуда он? Да не, пастой и воском ты не уложишь свои копны, которые у тебя до подбородка, чтобы они стояли ровно. Там нужен профессиональный хипстерский бриолин. Хотя на самом деле, опять тебе, я знаю только, что бриолин для настоящих ценителей, вот, выбрить виски, вот это вот все сделать стильную причесонку. Мне никогда не хватало терпения. Я себе отращивал волосы, но я не делал андеркат себе специально. И мне уже задолбало их просто зачесывать назад, когда у меня длинные волосы были. Это, блядь, такие мучения. Сомнительные. Только если тебе очень нравится. Кусок говна. Где эта крыса? Вот она! Вот эта сраная крыса, блядь! На! Сейчас побежит. Клёво, тут отойти некуда. Охренеть! Он меня, блядь, он меня с двух ударов убил. У меня было больше половины здоровья. Этот... Блядь, такой бред. Почему они меня стали под конец игры с двух ударов выносить своими маленькими мальчишескими пенисами, кинжалами? Что это было, блядь? Короче... Я сначала найду этого гомика. Где он там? Нет. Блять, ну я же нажал на shift, ну как ты задолбал, господи, как вы меня... Вон он. Так, ты стой на месте. Я к тебе еще вернусь, блять. Сначала я вот с этим поговорю. Хоть бы топор сейчас не прилетел никакой. Что-то взорвалось. Блять, серьезно. У меня батареек нет. У меня уже просто батареек не хватает. На этих уебанов. Их бесконечное множество. Я нажал на shift, бледина! Ладно, спокойно, спокойно, Паш. Бля, какой-то бред нахрен. Просто их огромное количество. У меня патрон на всех не... Иди нахуй, короче, блядь, жирный кусок говна. У тебя два отца в семье. Один... Охренеть. Не-не-не-не, ребят, вы чё, прикалываетесь? Серьезно? Они здесь просто всех собрали людей, которых я до этого в игре не убил, и поместили в один ангар. Типа вот, раньше ты их пробегал, а сейчас мы их заспамнили, теперь вот сейчас давай, принимай зачет у этих ПТУшников. Пиздец просто, блядь. Ну там как бы реально физически невозможно их всех убить. Бля, иди нахуй. Вот, вот объясните мне, он нанес один удар, но засчитал это за два. То есть мне сначала прилетел один удар, потом второй дэмэдж. Сейчас. Мама мне пишет из дома, походу, услышала мои крики. Молится за меня. Можно тут сразу, короче, сливаться. Дерьма кусок. И пробежать это нереально. Я выбежал на улицу, а там уже очередь. На мою задницу. Радио включу. А, ладненько. Бегу сразу к этим, короче. Блин, ну это жирно. Здесь два жирных. Сразу же на тебя херачит, он тебя зажимает просто.
Блять, ну иди ты нахуй. Где там? Не видно ни хрена, просто эти тени. Великолепный движок. Какие красивые цвета, где ни хера не понятно. Перезаряжайся. Классный музон. Прям вот, блять, серьезно, откуда ты просто взялся? Кто ты вообще такой? Что, блять, за корпоративщик какой-то новогодний, дешевый Новый год? Дед Мороз за 500 рублей от часа. Удачи. Тебя я запомнил уже, блять. Говно офисное. Но я нажал на shift, блядина! Я... Блядь, серьезно, я вот, я клянусь, я жал на shift только что, я знал, что... Ладно, побежали, может они заспавнились и побежали... Где Twitch DJ? Мне надо помолчать и поиграть. Дослушаю ваши песни, пожалуй. Хотя нет, заблочит этот. Не буду. Не в этот раз. Не будем ничего включать. Клёво! Столько дэмэджа нанес. Просто столько дэмэджа! У него перед духом взорвался огромный газовый баллон, который в газели суют, чтобы они десятилетиями возили пассажиров на их ненавистные работы. Ему вообще насрать! Просто ничего не произошло. Смотрите. Кайф. Вообще, братан. Шахтер в шестом поколении. У них вообще иммунитет на все. Ни хрена не слышит. Где это мелкое уёбище? Тут еще которое будет меня искать сейчас. Вон оно скачет. Хоп-хоп-хоп. Стрейфуй, стрейфуй. Смотри, смотри, смотри. На, стрейфанись от этого. О, патроны, окей. А что такое? Что мы не вертимся, не уворачиваемся? О-о, я могу в Quake играть, я не сосредоточусь на имя, я больше доджер. Блять, дерьмо! Вот. Когда кончаются эти, это ГГ. Но я отсюда не выйду уже, все. У меня там уже три мужика просто мои булки порвали. На три ровных кусочка. Знаете, как мы сделаем? Можем попробовать пособирать их реально вокруг этих штук. Угу, блять, пособирал. Что-то затылком просто собрал. Это что, Linkin Park ранний? Do you remember?
Где жирный? Shift! А, нажал. Мелкий, мелкий, мелкий сначала. Меня убьет эта херня? Ага. Проверено, ребят. Проверяйте. Убьет. Что меня задело? Ты же промазал кусок дерьма жирного. Да куда вперед? Ну смотри, тут один выход. Вы что, не видели, сколько меня народу там ждет? Смотрите, окей, я бегу вперед. Я на самом деле не хочу бежать вперед. Здесь меня ждут вот эти вот пацаны. Вот эти вот, пацаны, как я могу пробежать через них? Это же просто... Охренеть, сколько их там, просто посмотрите, реально. Они все по очереди заходят, чтобы пользоваться мной. Бесплатно, нет. Знаете, ребят, это не тот, где мы бежим, я их всех нахрен убью. Я принял решение. Я не собираюсь убегать. Мы здесь за... Блять, ну серьезно. И вдруг ты решил за 68 драйв, он тут решил побежать. Клёво, 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 клёво. У меня нет флешки. У меня есть только светошар. О, гранатка вот эта вот, которая освещает. Ну как? Где это говно мелкое? Ловкач. Вот. Вот. На, ловкач. А где вот это мелкое говно? Блять, ёбаный shift. Я не могу затаймить это говно. Они просто бьют непонятно как. Не, мы из них убьем всех нахрен. Я не собираюсь убегать. Эти уебаны меня разозлили. Давай. А. Ладно, хорошо, блядь, хорошо. Нет, не хорошо. Я не вижу ни хрена просто.
Все, ребята, или там на улице еще кто-то остался? Давайте ваши зачетки, пидорасы, давайте. Я уже готов. Все, все сдали, ребят. 7 автоматов я проставил. Долбоебы, я сожгу ваши зачетки. Будете у меня год весь ходить. Да, бомбанул на меня, конечно, эти флешбеки в Dark Souls. Спасибо, ребят, спасибо. Почти first try. Но это надо было сделать. Надо было их всех убить. No back down, no pussy. Теперь я, правда, без амуниции, но... От этих-то я еще могу поубегать, на самом деле. А как мне тут добраться? На лодке? Или там какой-нибудь фуникулер опять? Непонятный. О. Да, это пятая. Надо батарейки экономить. Угу, сэкономил. Блин, ну я же нажал. Иди вот сюда, просто подойди сюда. Просто вот подойди, смотри в дуло, нюхай. Нюхай дуло. Ой, я не знаю, что мне... У меня каждый персонаж в этой игре бесит. Ублюдки, кидающиеся топорами. Дебилы с кирками, у которых двойной дэмэдж проходит, и ты не можешь shift затаймить вовремя. Потому что то они... У них какой-то невероятный разгон, тебе кажется, а потом они бьют за 0,5 секунд. Или эти мелкие дебилы офисные, которые скачут как обезьяны с одного этажа на другой. Носят бумажки. А, все, я типа контрольную точку включил. А туда-то мне как попасть? Станция. О! Отходи назад! Кто-то еще из опоздавших, может быть. Фальшфейер. Термос я забыл. Ну, я не пойду за термосом, пожалуй. Воу. Бежим к мелкому сначала. Выбегаем из этой зоны. А где тот, кто... А, вон он. Как почему-то из-за текстурки провалился и теперь просто идет на меня. Вон там вот. А, вот он где. Блять, ты можешь двигаться. А, какой-то невидимый забор там ушел. Это дебильное управление с камеры. Он вот уходит, и я жму назад и вправо, и он идет все равно. Он идет назад и влево. Если жать просто влево, то он останавливается на месте вот так вот. Это просто пиздец какой-то. Это управление века. Худшее управление века. И камера просто претендент на Оскар. За кинорежиссуру. Оливер Колецкий, или как там этот режиссер, оператор зовут, он просто охеревает сейчас. Если бы он в эту игру играл, у него бы все фильмы были с камерой затем за плечами, за левым плечом. Вторая часть фильма была бы за правым плечом.
Так, не туда. Морфеус? Это снова ты? В виде кофейного этого термоса? А, нет. Клон Вейка. Ирван, который написал в доме, воплотился в жизнь. Под влиянием темной сущности я написал роман ужасов, однако у него до сих пор не было конца. Роман не был завершен. И последняя недописанная страница рукописи так и торчала в пишущей машинке в кабинете дома. Вот куда мы идем. Все, нам надо писать роман, прийти туда, нас туда не пускают, короче, я понял, изи-бризи. Пройти через подстанцию, так я ж прошел вроде. На, о. Пересечь мост, ну, окей, сейчас моей гидравлической ногой только оттолкнусь и пересеку, конечно. Это через полчасика заканчивать уже будем, может даже пораньше. Дойду до следующей вот точки контрольной. А может и подольше поиграем, не знаю, сейчас мне позвонят, посмотрим, как получится, ребят. Ну, конечно, блядь. Сейчас дверь откроешь только. Ловкач. Я в Outlast играл и в SOM. У меня такими штуками довольно сложно пугать. Особенно в такой игре. Нужно просто быть хорошими игроделами. Кто-нибудь, кстати, гуглил, когда Outlast 2 будет, выходит релиз? Может, он сейчас быстренько посмотреть? Я его предзаказ вообще сделал. Мы с вами в Outlast поиграли, когда он выйдет. Если, конечно, он не в конце этого года выходит, тогда можно подождать. Все равно там рубль обвалится, и мы все будем в буханках жить. В землянках, точнее. То в буханках. Что я сделал? А что, реально есть такие системы? Поворотные мосты? Мне кажется, они немножко не рассчитали. Архитекторы вот эти вот. Геометрики профессиональные. А, мне надо уже, нужно успеть. Март! Ой, господи, март, ни хрена себе. Так это же... Так это же, ну вот, собственно, не так уж и много осталось. Новый Резидент я такой 5 минут посмотрел на стриме у чувака. И мне тут рассказали ребята, что... Все время ты спасаешься в доме от дреднеков каких-то, нихера непонятно. Ну, типа понравилось кому-то. Birds. Блять, ладно, я уже можно было в той стороне же остаться. Но я не геометрик, ребят. Не геометрик. Так, нет, я уже лучше останусь здесь. Я то я по кругу буду бегать. Пусть этот конец меня довезет. Награда в виде кофеечка. Помпа, фельдшмайстер. Погоны нацистских эсэсовцев.
антинацистских СССР. Новый резидент вернул корням. Со школы приходил, включал PlayStation первый. О, у меня такого не было, к сожалению, я не играл. Первый PS, у меня дома не было его. Начинал кругами бегать неубиваемых врагов. И Resident Evil-то я серию не играл в Resident Evil, поэтому... Окей! Спасибо, они меня поддержат с воздуха. Подбадривающими цитатами из паблика Миллионера или Forbes. Ты это не ты. Если не делаешь то, что ты должен. Завистники там что-нибудь будут говорить тебе за спиной. Но поэтому они за спиной, а ты впереди. Ну, мол, типа ты шагаешь вперед, поэтому голоса за спиной заносят. Ну, ты понял, да? А как мне дальше-то пройти? Боишься, не делай, делай, не бойся. Делаешь, не бойся. Семья важнее всего. Обеспечь комфорт. Пока ты размышляешь над тем, что может быть, другие это берут и делают. Нет-нет-нет. Блять. Ну и рейндж. Не видно еще ни хрена, как обычно. Ну это странная цитата, ну да, наверное, тоже подходит. Спасибо за поддержку, ребят, очень вот сейчас мне в этой столкновении с ними помогли, прям вообще замечательно. Клево, клево, да, клево. Они сюда пойдут? О, хорош. Ребят, как насчет помощи небольшой? Может пострелять там? Они просто зависли и типа снимают. Муген, мы фоткаем, все нормально. Продажи книги обеспечены. Блять. Блин, ну как? Ну почему ты доджишь в сраный молоток? Просто летит молоток, он как настоящий американский футболист, ему мерещится, что это мяч, он должен его словить. Он прям в него, просто максимальный разбег. Тын! Профессиональный писатель. Если бы тут была статистика, сколько мне молотков в затылок и в голову прилетело, было бы очень хорошо, кстати. Окей, я побегу внутрь. Вы были очень полезны. Спасибо большое, Сара и как там, чувак с гирляндой на голове. Беккер. О, это невероятно. Вы так мне помогли. Клевая труба. Напоминает Стивена Кинга «Оно». Там тоже такие трубы очистительные были. Кто не читал «Оно»? Вот прям очень почему-то напоминает теперь мне по духу «Оно». Если бы мы за маленьких детей играли. Ну или за взрослых тоже. Оп, гопота. Опа! Чё, не так-то легко теперь, да?
I recognize the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches. Это даже я уже знаю, что желтое значит нормально. В этой игре желтое можно, ну, на него смотреть можно. Руками, конечно, лучше не трогать. Trust no one. Так, черным не верить. А, вон там еще safe heaven. Heaven. Не знаю, что это за слово, кстати. Heaven. Через А, которое пишется. Heaven. Убежище, наверное. Hold it right there! Miss Weaver! Cynthia! I'm a friend! Prove it! You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! You can help me! Lady of the Light! Нифига у нее здесь, она реально на электростанции фигачит. Young man, I've been waiting a very long time for you. Везде должна гореть свет. У нее тут крутно. Excuse me? What you need to drive the darkness back. Ярко освещенная комната находится на дамбе, и я специально ее оборудовала, чтобы он был в безопасности. Бабуля клевая. Так Heaven же через Е пишется. Heaven. Ты уверен? Heaven. 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 Heaven — это убежище. Че вы мне выпускником ГИМО тут втираете, ребят? ГИМО finished, please. Please, your mouse. Control, okay? Okay. Бабуль, я вас не слушаю, я лут собираю ваш, который вы тут хранили. Опачки, а это у нас что? Светошумовое. Ну все, ГГ. То, что хранит, короче, что-то хранится на дамбе. Надо на дамбу попасть. Мне нельзя выходить, когда темно. Окей. Okay. Спасибо вам за помощь. Термосы, потому что в конце мы большой соберем. Я в самом начале говорил. У нас будет один большой термос кофе. Босс термос. Зачем, я не знаю, но это просто клево. Прерывать подачу энергии на подстанцию. Ладно. Давайте прервем. Сзади есть? Ну, естественно! Естественно, сзади есть вот этот лавкач. Первый парень-то на деревне у нас. Рискованная дверь открыл, на самом деле. Он только что метнул, я не видел. Лобзик. Блин, патроны закончились. У меня только нормальные остались. Это херово, кстати. Это что у меня данная ракета, я бы не хотел тратить ее. Хотя, если их всех одним валить, то. Darkness waits in my dreams. Тьма ждет меня в моих снах. Хорошо. Rule number one. Never go out at night. Никогда не выходите ночью. Я его уже нарушил вообще такое количество раз. Я только ночью играю. Да, его до него добраться, не используя вообще. А, ну. Да довольно легкий квест. Для Мугена. Муген Палыча. Истинного квестомана. Так, ага. Окей. Может, и не такой легкий. А, я забыл на один нажать.
Я, по-моему, забыл просто на один нажать, ребят. Обратите внимание. Раз. Угу. Так, а тот убирается, да? Хорошо. Раз. Убираются обе, но открывается третий. А если вот так вот, убирается этот, второй. Первый. Ага. Так, а если, значит... 3-2. 1. Ага. Три, два, раз. Вот так нормально. Так, стоп. Это в третий и второй открывают? И вот этот вот тоже открывает. Третий и второй соединяет. А, нет. Не знаю, что я сделал, но вроде нормально получилось. Все, ребят, квест решен. Пожалуйста, время запишите. Это World Run, по-моему, был. Рекорд. Довольно быстро проблему решили. О. Не надо там вот эти ваши шуточки про мои способности решать пазлы. Все складывается как нельзя лучше. Просто тыкаешь них и все. Так, теперь надо вернуться к бабуле, да? А я успею. Нет! Он начал соскакивать уже, его эта долбанная ступня бескостная. Начала скользить. Успею, успею, успею! Успею. Блять. Самонадеянный, ребят, знаю, но таков смысл жизни. Я цитат переслушал из пабликов, теперь я вообще не останавливаюсь. Я в спидране так и делаю, наверное. А если вот так? Пацаны, есть тема одна, хочу сейчас. Хочу по красоте сделать, смотрите. Шорткат нашел. На Awesome Games and Quick поеду. 18-й год. Красиво, жалко не в ту сторону, но... Но как же это было красиво! Лучший момент игры вообще. Такие шорткаты просто так не находятся, ребят. Кстати, посмотрите, если кто-нибудь спидранит на этом моменте, если они не скипают его гличом. Кто как прыгает? Мне кажется, кто-то как я будет прыгать. По-любому. Блять! Сзади никого. Хорошо. Топорики летят. Чего? 17.5.52. 17.4 это микросекунды. Не, реально чекните, если у кого там возможность есть. Мне самому интересно, без рофлов. Может, я нашел что-нибудь новенькое? Хотя я думаю, это максимально вообще очевидный шорткат, если даже чувак типа меня нашел это. Блин, о! Фок! Так, двух не возьмем одновременно. А, нет, двух возьмем, но остался еще вот этот педик. А, у него просто стрелять надо. Слушай, что только не спидранят, я тебе уверяю. Уж если Зельду спидранят по 4,5 часа, то как бы уж Alan Wake-то еще.
Причем там же спидраны есть, а-ля без гличей, с гличами. Думаю, как там Обливион можно пройти за 50 минут, а можно за 3,5 минуты. И Скайрим... А, нет, Скайрим, по-моему, нельзя пройти за 3,5. Morrowind можно пройти за 54 секунды, а можно тоже там за 50 минут. К сожалению, так делают шорткат, да? Там. Жаль, жаль. Ну, ладно, будет магиановский спидран именно с этой штукой. Бабуль, я нажал на рубильник. Можно печь, что-то там хотела. 2:44, круто. Ну, гличи баги, в смысле. А-ля там через текстурки, как Doom смотрели последние. Залагать там себя в текстурки, запрыгнуть на край карты, пройти по невидимым текстурам, сократить там, короче, половину. Такое все. Я знал обоих, там и Барбару, от которой в доме жили. Я и завидовал, какая-то часть меня была даже немного рада, что она попала к ней. Том начал писать и пробудил тьму. Он пытался вернуть ее, но это невозможно, это нельзя сделать безнаказанно. Я начинаю понимать, клёво. Возможно, вы умнее Тома. Ведьма была похожа на нее и только. И только. Да я не особо умнее Тома, я, по-моему, ту же ошибку совершу. Мэрберл такой милый, он ничего не понимал, пока не стал слишком поздно. Он пытался все исправить, он вычеркнул из жизни и себя, ее, и все, что произошло. Как и я. Хочу сделать, наверное, или изменить историю. Но ничего, никто не узнал, что случилось. Он оставил только одну вещь, чтобы я присмотрел за ней, на случай, если это случится опять, для гарантии. Так, и что нам оставил Том, прошлый писатель в доме? Пишущий для блогов путешественников, который получал еще меньше, чем я. Я знал, что я не откажу. Я оборудовал ярко освещенную комнату и положил ее там. Кого там? Ручку, перо, какое-нибудь магическое? Золотой копирайтер 2016? Если тьму не остановить, она скажет, что изменит историю. Так он написал. Он ведь по-прежнему говорит со мной. Я слышу его голос из телевизора. Или за спиной, или снизу. Окей. Так, бабуля почти здорова. В принципе, пригодна для службы в армии российской. Он оставляет пятно. Охренеть, что он там ныкает? Реально золотую ручку копирайтера? А чё на... Ладно. Нашёл, где позвонить. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! Ари в трубку еще, да. Okay. Да все нормально. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Это мой лучший друг. У него плакат пластиковый, который он постоянно трогает в неприличных местах, но это мой лучший друг. Сейчас, одну секунду, дверь открою. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Так, все, быстро тут заканчиваем. 20 минут и я валю. Ребят, а как я здесь оказался? Я что-то пропустил. Блин, я как сцену пропустил, что там было. Там какой-то прыжок был на метр, да? Как он классическо прыгает. Вот отсюда, вот сюда, вот в замедлении.
Ладно, неважно. А, я все-таки выбрал пойти к пацанам, да, я не пошел по трубе. Я выбрал пойти за своим любимым другом и моим плакатом, который мне очень дорог. Кайф. Спиной пойду, пожалуй, это разумный выбор. Выбор. Только аккуратненько надо идти просто, и все получится. Батарейки, дробовик, патроны, револьвер. Я готов уже. Тут надо аккуратно идти, потому что я не вижу ни хрена. О! Видели какой фликшот? Ноускоу просто развернулся моментально. Я вообще туда иду? А, да. По-моему. Нет, стоп. Мне кажется, или я просто кругаля навернул? Ага, я кругаля навернул. Качественный контент, поехал. Классический стрим. Так, стоп, а где место крушения-то? А, вот. Или нет? Вправо, 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 вправо. Так, ребят, еще один кружочек, и в этот раз я не ошибусь. Ну, здесь просто так дерево лежит, что оно как будто подсказывает, что мне нужно туда идти. Зачем они так сделали, не знаю, не понимаю просто. Очень глупо с их стороны и неприкольно. Разработчики не думают о чувствах интеллектуальных меньшинств. Барри! Шериф Брейкер! Сара! Сара! The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Угу. Да, я тоже, я согласен с этим выводом. Чего взять? Альфейр. Блин, ну и дамба. Мне этот город вообще поражает. Здесь такое количество всего. Барри, я здесь. Зачем ты пускаешь? Барри! Я в 15 метрах от него. Нифига там война. Шифтану-ка я, пожалуй. Подвиньтесь, господи! Мне, походу, сейчас ГГ прилетит. Вон оно летело, по-моему, в меня уже. Мен, за елочкой стоя, за елочкой не дамажит. First try, ребят. Ну все, вот на то и ЦП мне надо будет свалить, ребят. The flaming eye of Mordor. Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Я что-то пошутил, у меня какие-то странные писательские шутки, которые я не понимаю. Что там про око Мордора, я не знаю. И вот здесь, ребят, мы остановимся.
Ну что, неплохо. Три часика поиграли, мы почти концовка. Если получится, сегодня ночью я доиграю. Если получится, но я не уверен. Вот, если не получится, то мы завтра добьем. И надо подумать, что дальше делать. Вот, я пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Надо по настроению моему посмотреть, во что мне поиграть хочется. Может, так. Может, в следующий раз запустим Black Mesa, Twitch DJ, и так попиздим, как обычно. Вы мне насоветуете что-нибудь. Еще остался Alien, который во все играли, но я что-то не хочу в него. Еще остался всякие там XCOM, еще какая-то шляпа, что можно позалипать. Я подумаю, короче. А, вот, было весело, ребята, надеюсь, вам тоже более-менее понравилось. Хоть кто-нибудь что-нибудь там запомнил, вынес для себя какие-то факты, уроки жизни, потому что мой стрим, в первую очередь, он образовательный, а не развлекательный. Вот, сложно думать. И смотреть в телефон одновременно. Ладно, если что, вы знаете, напишу все в группе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Вот эту вот всю шляпу можете, конечно, не делать. Это так, риторическое отступление числа. Давайте, ребят, все. Всем до встречи, всем хорошего вечера. Возможно, увидимся ночью. Всем пока.